Приветствуем вас, дорогие наши подписчики и случайные зрители. Перед просмотром просьба поставить лайк к этому видео, и если не сложно, оставьте хоть какой-нибудь комментарий. Актер театра и кино Антон Ескин в беседе с Пятым каналом рассказал о многолетнем проекте своего коллеги Константина Глушкова, который тот не успел воплотить из-за скоропостижной кончины. По словам Ескина, звезда сериалов «Универ» и «Мент в законе» планировал снять кино о своем учителе и лучшем друге, актере Михаиле Евдокимове. Он написал книгу про Евдокимова и много лет мечтал снять по ней кино. Про народного губернатора, про его жизнь. Они дружили с Евдокимовым, работали вместе в юности. Надо признать, это весьма разоблачающая книга, поделился Ескин. Кроме того, собеседник Пятого канала прокомментировал возможные причины скоропостижной кончины звезды «Универа». По его словам, Глушков длительное время боролся с лишним весом. Помимо этого, артист пережил инфаркт. Актер театра и кино умер из-за остановки сердца в ночь на 25 сентября. Прощание с актером прошло 28 сентября в Москве. Его похоронили на Алабушевском кладбище в Зеленограде. Константин Глушков родился 17 мая 1965 года в Холмске, Сахалинской области. В 1988 году окончил Российский институт театрального искусства. В 1991 дебютировал в кино. Всего на счету актера свыше 100 ролей в популярных российских сериалах. Но наибольшую известность ему принесли роли в «Каменской 4», «Менте в законе» и «Универе».